Евгений мне рассказывал, как он там в Петербурге отдыхает, точнее, учится. Листает, мне показывают фотографии, и вдруг я смотрю, девушка. Я говорю: Евгений, что за красотка у тебя в телефоне? Данилыч, это моя будущая жена. Я хочу знать, что ты делаешь сейчас, что ты делаешь сейчас. Я хочу видеть выражение твоих глаз, выражение твоих глаз. Радоваться с тобой и переживать с тобой. Я хочу быть тем, то, что держишь ты сейчас, то, что держишь ты сейчас. Я хочу чувствовать, что чувствуешь сейчас, что ты чувствуешь сейчас. На свете не мешало больше нам, не мешало больше нам.